Всем доброе утречко. У нас в этом году очень рано наступила весна. Те деревья, что должны цвести в мае, цветут уже сейчас. Магнолия, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Очень все красиво, зелено. Уже и листочки распустились. Заканчивается рабочая неделька. Как она у вас проходит? И еще сегодня буду делать фотографии в школе на школьный выпускной альбом. И есть такая традиция в этом лицее размещать, вывешивать на стене фотографии всех-всех выпускников. То есть память о них всегда остается в стенах школы. И поэтому мы, учась в лицее, ходя по коридорам, можем увидеть выпускников, учеников с 80-х, 70-х, 60-х годов. Очень интересно. Желаю вам прекрасного денечка, замечательного настроения. Пусть сбываются все ваши планы и мечты. Пусть весна дарит радость и любовь. Promise that the ending always stays the same, so there's no good reason in make-believing that we could ever exist again. Your woman's expensive because she likes makeup and clothes. Try being married to a book woman. Всем приветик, всем доброе утречко. У нас так жарко, такая майская погода. Днем плюс 24, плюс 26. Все деревья зеленеют. Очень тепло, очень хорошо. Мы прямо перескочили из зимы в лето, пропустив весну, как сейчас говорят в этом году. Начинается новая рабочая неделька. Я вас с ней поздравляю. Желаю, чтобы понедельник был легким, напоминал выходные, а вся неделька была продуктивной, приносила желанные результаты, была плодотворной. Желаю вам прекрасного настроения. Пусть солнышко вас радует, пусть цветущие деревья поднимают настроение, пусть ничто вас не огорчает. Вот смотрите, сакура уже цветет.
и всего самого-самого доброго и светлого. Люблю вас!